Объемы ввода жилья в этом году должны превзойти прошлогодние 357 тысяч квадратных метров. Это около 4,5 тысяч квартир. Доступность же квадратных метров надо повышать. Такую задачу в понедельник на совещании в администрации региона поставил Александр Козлов. Региональные строители в 2013 году введут 370 тысяч квадратных метров. Планируемый показатель аргументировал руководитель блока инфраструктуры Николай Злобин. Основной объем планируемого ввода жилья будет осуществляться за счет развития площадок комплексного жилищного малоэтажной застройки. Это участки такие, как Субурбия, Малая Куликовка, Ямской Ливенского района, Берлизево-Покровского района и ряд других. Мы должны в разы поднять объемы по строительству индивидуального жилья на объектах малой застройки. Хорошо. Малоэтажной застройки. Доступная ипотека для всех желающих – еще одно требование губернатора. Нам надо решать проблемы и для учителей, и для врачей, и для других социальных групп. Что, мы не можем сделать корпорацию ипотечную, поучаствовать там, так скажем, своими возможностями, да, привлечь других туда, тот же «Орелстрой» еще раз, значит, я не знаю, или каких-то другие организации, «Агропромстрой», и сделать ипотечную корпорацию, которая бы с государственной поддержкой работала для молодежи в том числе. А с другой стороны, люди, даже имея накопление, они не могут воспользоваться ипотекой. Продумайте это как следует. Расширение границ областной столицы и развитие застроенных территорий – другая задача на 2013 год. Инвесторам предстоит осваивать присоединенные участки земли Орловского района, а также сносить ветхие дома и строить на их месте комфортабельное жилье.